проводил поединки в Швеции и также участвовал в турнирах Heavyweight division. Introducing first the fighter on my right, fighting out of the blue corner. He weighed in at 91.9 kilos with an undefeated record of 3 wins and 0 defeats. Fighting out of Russia, Batras Agnayev. And now his opponent, standing across the cage and fighting out of the red corner. He weighed in at 93.2 kilos with a record of 17 wins and only 3 defeats. Fighting out of Stockholm, Sweden, Max Power Nunes. Your referee when the action begins, Herb Dean. Ну что ж, у нас начинается первый раунд. Бойцы для этой весовой категории сухие, высокие. Но учтем, что Макс Нунес обычно выступает на категорию ниже в среднем весе. Тем не менее, мы видим, да, что он и в 93 килограммах очень так атлетично смотрится. Там практически нету лишнего. Да там кроме мяса-то ничего и нету. Очень здоровый, очень большой... Широкая рама. Развит, да, верхний плечевой пояс. И без особого усилия он переводит в партер Батраза Агнаева. Но то спокойно встает. Но для Батраза это серьезная проверка. Напомню еще раз, послужной список Макса Нунеса. 17 побед, лишь 3 поражения. 10 побед нокаутом, либо техническим нокаутом. 5 приемами. И дважды выигрывал Нунес по очкам. Из 3 поражений все поровну. Один раз проиграл техническим нокаутом, один раз приемом и один раз проиграл раздельным решением судей. Да, попытка перевода от Макса Нунеса. Да, спокойно отрывает он от сетки Батраза Агнаева. И зарабатывает еще один тейкдаун. Будет ли работа в партере? Ударами локтей пытается Агнаев отсушить руки Максу Нунесу. Тот подтаскивает его спиной к сетке. Да, в неприятном положении оказался Батрас Агнаев. Но, тем не менее, нужно из него выбираться. Такой любопытный факт. В 2013 году выиграл по очкам Макс Нунес у Иона Паску. А Иона Паску мы с вами сегодня увидим в поединке против Асланбека Саидова. Вот смотрите, уже Батрас Агнаев переворачивает ситуацию. Оказывает сверху, но вылазит. Выбирается, да, из этой ситуации Макс Нунес. Батрас Агнаев, да, отбрасывает ноги, но просто как танк напирает на него Нунес, да, и спокойно подтягивает к себе Агнаева, хватит. Но явно физически сильнее Макс Нунес, это видно по работе. Тем не менее, сверху Батрас Агнаев, и есть у него шанс, начинает он разбивать. Есть у него шанс забить, да, нокаут. Вот так вот. Ну, на мой взгляд, это заявка. Забить в первом же раунде. Не абы кого. А бойца с рекордом 17-3. Причем в тяжелом таком состоянии Макс Нунес. Но он опытный, сразу не встает. Лежа приходит в себя. Молодец, именно молодец Батрас Агнаев. Заявил о себе однозначно. Хотя на ход боя и начало боя было, конечно, за Максом Нунесом. Но справился с этим напором в итоге. Справился Батрас Агнаев. И очень такой важный момент, показатель класса. Когда появляется шанс поменять ситуацию, нужно им пользоваться. У Батраса шанс был, он им воспользовался.
Ну что ж, Северная Осетия может гордиться еще одним бойцом, не только Муратом Гасиевым, прославленным уже молодым боксером, чемпионом мира по версии IBF. Не только и Маратом Балаевым. Да, но и Батрас Агнаев. Ну а мы ждем официального объявления победителя. Пришел в себя Макс Нунес. Ladies and gentlemen, Herb Dean stops the fight at 257, round number one. Your winner by TKO due to strikes, Батрас Агнаев! Еще раз поздравляем Батраса Агнаева и в любом случае уважение его опытному сопернику Максу Нунесу. Ну а следующий бой у нас легковес и американец, опытный Джошуа Аделес против Амирхана Адаева.